материалы, la frutta. Материалы его происхождения едва ли не главная тайна ремесла. Дерево должно расти там, где не ступала нога человека. Мастер чувствует породу сразу. А тонкий аромат украсит любой шедевр. Да что вы понимаете? Знатоки понимают, что для копчения клинских деликатесов берутся твердые породы дерева из Европы. Клинское сырокопченое. В каждом ломтике тайна.